Доброго времени суток! Мобильный оператор МТС вновь опубликовал на своем сайте новость под названием «Что важно знать о закрытии тарифов». А это означает, что в ближайшее время абонентов МТС оповестят о том, что их тарифный план скоро будет закрыт. На выбор будет предлагаться два варианта – самостоятельно выбрать новый тариф и перейти на него, или дождаться закрытия тарифа и автоматического перевода на новый тариф, который предложит мобильный оператор МТС. Перевод на другие тарифные планы – процедура обыденная в наши дни. Этим нередко грешат операторы большой тройки – МТС, Билайн и Мегафон. Как это объясняет МТС? Мобильные операторы всегда довольно забавно представляют абонентам негативную информацию в виде позитивной. К примеру, МТС в своей новости сообщает о том, что внимательно следит за потребностями абонентов. Им нужен мобильный интернет, чтобы смотреть видео и общаться в мессенджерах. Устаревающие тарифы не подходят большинству абонентов, поэтому они больше не нужны. Видимо, до меньшинства, которое, как правило, предпочитает дешевые тарифы и экономию, мобильному оператору дела нет. Довольно интересный факт. В новости указано, что устаревающие тарифы отправляются на заслуженный отдых, снимаются с продажи и закрываются. Обращаю ваше внимание на то, что архивные тарифы, которые обычно закрываются полностью, не продаются. А это означает, что будут закрыты и некоторые действующие тарифные планы. Мобильный оператор объясняет закрытие тарифов тем, что их избыток создает нагрузку на технические системы и сотрудников компании, что снижает скорость обслуживания клиентов. Но лично я считаю, что дело в деньгах. На что же рекомендует перейти МТС? Разумеется, на тарифы с абонентской платой. Тарифище – тарифный план с безлимитным мобильным интернетом, а также наш смарт – тариф с большими пакетами минут, СМС и интернета, которыми можно делиться с родными и близкими при помощи услуги «Общий пакет». Какие же тарифы будут закрыты? На текущий момент такой информации нет. Как только она появится, так сразу же будет опубликована на сайте Технологикус. Следите за новостями. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.